Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель». У студії працює Світлана Князєва. Глядіть у гэтым выпуску. Мясцовая ўлада, Будакашалёўскі савет дэпутатаў узначаліла Наталія Кісялёва. Адрасы недабрабыту ў Гомелі прааналізавалі дзейнасць наглядальных камісій і мабільных груп, а таксама вынікі рэалізацыі дырэктывы нумар 1. Услых пра тое, аб чым нельга маўчаць, праект 7 супраць насілля над жанчынамі прадставілі ў Гомелі. А зараз аб гэтым і іншым больш падрабязна. Распарадчая ўлада Будакашалёўскага раёна атрымала новага кіраўніка. На сённяшняй сесіі раённага савета дэпутатаў яго старшынёй абрана Наталія Кісялёва. Нашы карэспандэнты ведаюць, чаму дэпутаты прынялі менавіта такое рашэнне. Необходность выбору нового старшини Будакашалёўскага районного совета выкликана тем, что попередний керовник Алена Алексина узначалила гомельский райвыканкам. Быть керовником одной из галин улады увогуле непросто. Алена Будакашалёўшчыне до этой посады повышенное потребование. Это самый буйный по колькости населенных пунктов район Гомельской области. Их 230, а маль 70 из яких невеликие. С колькостью насельництва усяго по некалькі человек. Задача старшини совета не просто ведать потребы кожного, але при необходимости оказать реальную допомогу. Подчас пропановы кандидатуры нового керовника районы распорадчи улады гэты факт улишили так само. Могу охарактеризовать ее как человека очень порядочного, честного, очень ответственного, неимоверного. Верного трудоголика, человека очень выдержанного, инициативного. Наталья Кісялёва нарадзілася ў 1964 годзе. Скончыла Беларускую дзяржаўную сельскагаспадарчую акадэмію па спецыяльнасці агранамія. Працоўны шлях пачынала аграномам у Веткаўскім раёне. У розныя часы працавала старшынёй гусявіцкага сельсавета і дырэктарам КСУП Гусявіцы. Апошняя займаемая пасада – старшыня Уваравіцкага сельсавета. Вопытная, адказная, прынцыповая, патрабавальная, самакрытычная. Падчас тайнага галасавання аб гэтых якасцях кандыдата памяталі. Як вынік, 30 галасоў за і 3 супраць. У якасці віншавання новы старшыня Будакашалёўскага районнага савета атрымлівае кветкі, пасля чаго звяртаецца да дэпутацкага корпуса. Буду імкнуцца апраўдаць ваш давер. Наперадзе ў нас шмат задач, дасягнуць якіх можна толькі агульнымі намаганнямі. Веру ў ваша сотрудничество і совместную деятельность, што позволит не только сохранить достигнутое, но и будет сопутствовать дальнейшему успеху. Огромное вам спасибо. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель», Будакашалёўскі район. На сённяшнім пасяджэнні гомельскага гарвыканкама абмеркавалі ход рэалізацыі дырэктывы прэзідэнта аб мерах па ўзмацненні грамадскай бяспекі і дысцыпліны. Аб наяўнасці значных праблем размова не ішла, але пэўныя рэкамендацыі ў выніку прынялі. Падрабязнасці ў наступным матэрыяле. Ситуация у Гомеля на постоянном контроле. Сегодня в городе створено 30 наглядальных комиссий, которые только в этом году провели обследование больше 25 тысяч домовладаний и квартир громадян, у тем лику тех, кто ведет асоциальный лад життя. У вынику отрымалось предухилить шерох несчастных выпадков, хоть полностью позбегнуть их не отрымалось. За 8 месяцев на территории Гомеля отбылись 63 пожары, у яких 2 человека загинули. Причем больше значную небеспеку стали представлять промысловые предприемства. Идет повышение роста количества возгораний и пожаров на неэксплуатируемых объектов, это бросовые, бесхозные, и объекты промышленного назначения. Получается, для этого, вот это только за 8 месяцев этого года, на предприятиях было 19 возгораний. Для этого необходимо усилить спрос со всех руководителей субъектов хозяйствования и принимать к ним более жесткие и кардинальные меры. Объектам незавершенного будовництва повышенная увага. Мобильным группам доручено обовязково наведывать будинок инфекционной больницы по улице Фядюнинского, гаражный кооператив номер 19 у 104 микрорайоне и подземную парковку по улице Тельмана. Апрача таго, адміністрацыі районаў павінны забяспечыць абследаванне падвальных памяшканняў у шматкватэрных жылых дамах мінімум адзін раз у квартал. Асобная ўвага сітуацыі на вытворчасці. З пачатку года праверку ведаў у створаных пры гарвыканкамі і адміністрацыях районаў камісіях па ахове працы прайшлі амаль 500 кіраўнікоў і спецыялістаў гомельскіх прадпрыемстваў. Разам з тым, пры наведванні 76 субъектаў гаспадарання мабільная група гомельскага гарвыканкама выявіла амаль 2000
1800 порушенняў працоўнага законодаўства. Сярод сумных вынікаў 4 выпадкі гібелі на вытворчасці і 12 фактаў цяжкага траўматызму. Прычым часта гэта здараецца па віне саміх работнікаў. У прошлым году у нас было 33% случаю па віне саміх пастрадаўшых. В этом году 42%. С одной стороны, мы не дорабаем, это говорит о том, что, наверное, не дорабатываем непосредственно с самими людьми. И все должна быть команда направлена, работу всей команды на то, для того, чтобы дошли до самих людей. Олег Сентюров, Дмитрий Котов, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». У неделю в Беларуси означает спешотное, экранальное и вельми доброе свято – День Мати. У нашей краине оно пройдет у 23 раз. Самое головное для женщины мати – это здоровье детей, духовная и физическая поддержка семьи. Допомагать им кнется и держава. Какие льготы и финансовые выплаты мают белорусские мати, доведалась Марина Джалая. Выплаты при нараджэнні дзіцяці, трохгадовы дэкрэтны водпуск, материнский капитал, дадатковы свободны от працы день у тыдні, льготные кредиты на будаўніцтва жилья. У залежности от колькасці дзяцей белорусские маці мають право на шэраг преференций. При нараджэнні першага дзіцяці жанчына атрымлівае адзіначасовую выплату свыше 2000 рублёў. При з'яўленні другого и наступных каля 3000. А кроме того, Беларусь одна из немногих краин, где маці может не выходить на працу 3 года после нараджэнні дзіцяці и при гэтым атрымлівае материальную допомогу. А коли на свет з'являється третья немовля, має право на материнский капитал. Уже с 2015 года реализуется такой проект, как назначение семейного капитала. За период действия этого указа этим правом уже воспользовались более 9000 семей в Гомельской области. И сумма назначенной уже денежной помощи в виде семейного капитала превышает 93 миллиона долларов. В этом году уже более 1200 семей воспользовались своим правом на назначение семейного капитала. Напэўна, один из самых отчувальных накірункаў державной подтрымки – допомога шматдетным семьям при будаўніцтве жилья. Яна оказывается згодна указу номер 240. Калі у сям'і трое неполногодовых детей, держава компенсуе проценты по кредитах и основный долг на 95%. Калі четверо и больше – на 100%. В настоящее время в Гомельской области осуществляется строительство 59 таких домов. 22 дома будут введены в этом году и 37 домов будут введены в следующем году. Это порядка 5000 квартир. В этом году это будет где-то примерно 2000 квартир введено в этих домах и 3000 в 2019 году. У Гомельской области сёлета жилевые умовы полепшили больше 1200 шматдетных семей. Усяго у регионе проживают свыше 16 тысяч семей, которые выховывают трех и больше детей. Что год их колькость повеличивается в среднем на 9%. Марина Джалая, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Завтра будзе адзначацца сусветны дзень псіхічнага здароўя. У Гомелі да яго прымеркавана некалькі акцый. На 11 гадзін запланавана прэс-канферэнцыя ў абласной клінічнай псіхіятрычнай бальніцы. Апрача таго будзе працаваць гарачая лінія па пытаннях аказання псіхіятрычнай дапамогі. З 8 до 17 гадзін можна будзе патэлефанаваць па нумары 30 63 47. Тэму працягне Олег Сентюроў. Проблемы у семьи, стрессовая ситуация на работе и на звычайная информационная перегруженность. Кольки у нас людей, которые сутыкаются с пограничными психичными расстройствами, докладно не ведая никто. Значная частка тех, кому сапраўды потребна медицинская допомога, до медиков просто не звертается. Термин «психичное здоровье» медики трактуют однозначно. Это такой стан, когда человек, реализуя все свои здольности, продуктивно працуя и уносит свой уклад в развитие громадства. Разом с тем, отремливается это не во всех. По даденных Сусветной организации охраны здоровья, людей с диагнозом шизофрения не так уже и шмат, всего 1% от огольной колькости населения. У тот же час до 20% жихаров планеты покутая на депрессию, причем у женщин и нас усракается вдвое больше часто, чем у мужчин. И такая лишь бы психичное расстройство мают до 20% детей. Больше часто проблем со здоровьем возникает еще в самом раннем возрасте по причине неадекватных поводинов батьков. Медики рают, детей необходимо любить, а не контролировать каждый их крок. Каждый повинен иметь право на помылку, иначе николи не научится принимать правильные решения. Все вопросы, его все проблемы решают за него. Неважно, виноват он, не виноват, все равно они ему говорят о том, что у нас самый лучший. Вот. То в итоге практически все эти люди рано или поздно становятся алкоголиками. Потому что вся эта гиперопека, она к хорошему не приводит. Точно так же другая сторона этой медали, когда
родителям, ну, по сути, все равно на своих детей. Они только их кормят, обувают, вот, и особо не уделяют им внимания. Здесь уже другая часть. Как правило, эти люди, они тоже вырастают достаточно тревожными, но в то же время они склонны к девиантному поведению, ну, то есть к нарушению закона. Сегодня Гомельская областная клиничная психиатрическая больница мая больше 800 ложков. При этом процент сапраўды тяжкохворых не вельми значный. Пераважная большасть пациентов – люди, которые сутыкнулись со стрессовыми ситуациями. У больницы они проводят до 3 тыдняў. Причем все данные конфиденциальные, без постановки на улик. Правда, сами медики погоджаются, зворотов будет больше, когда то же отделение пограничных расстройств перевести у звычайную больницу. Термин «психиатричная» стремливает многих. Покуль в этом накерунку робятся только пешие кроки. Амбулаторное лечение выполняют доктора, психотерапевты Центра пограничных состояний, которые располагаются непосредственно в поликлиниках нашего города, а также доктора-психотерапевты, располагающихся на районах при центральных районных больницах нашей области. Стационарное психотерапевтическое лечение предполагает помощь в условиях Гомельской областной клинической психиатрической больницы в отделениях пограничных состояний. Олег Сентюров, Евгений Макеенко, телерадиокомпания «Гомель». Куди звертатися за психотерапевтичною допомогою, як змагатися з депресією і алкогольною залежністю? Гэте питання завтра у Сусвітний день психічного здоров'я будуть обмірковуватися у програмі «Діалог». Гостем студії стане урач-психіатр-нарколог і загадчик організаційно-методичного відділу Гомельської обласної клінічної психіатричної больниці Рустам Ляуковський. Глядіть «Діалог» у прямому ефірі на телеканалі «Білорусь-4» у 19 годин 20 хвилин. Номер телефону у студії 34 20 43. Свои питания можно так само отправить на Viber 340-043-3. Истории, которые изменяют свет. Документальный спектакль «Семь» прошел у Гомельским городским молодежным театре. Международный проект, присвеченный борьбе супроти домашнего насилия. Незвычайную постановку наведала Ганна Корольчук. Никто не говорил об этом. Даже слов таких тогда не было. И я объясняю. Насилие – это когда муж контролирует вас, ревнует, унижает, не разрешает общаться с подругами и родственниками, изолирует вас от них. Эмоциональное и психологическое подавление постепенно приводит к физическому насилию. 12 годов тому 7 женщин-драматургов провели серию интервью с 7 женщинами-активистками с Пакистана, Камбоджи, Нигерии, Гватемалы, Афганистана, России и Полночной Ирландии. Их монологи стали основой сценария. Так появилась пьеса «Семь». По законам Талибана врачам мужского пола запрещено лечить женщин. А женщины не могут становиться врачами. Я вижу лицо этой женщины. Она умерла у меня на руках. Я не могу оставаться спокойным. Что мне делать? Історія героїнь – приклад того, як жінки різних культур переодолили перешкоди на шляху до справедливості, свободи і рівності. У 2008 році п'єса отримала нову концепцію, стала мобільною і відправилася у турне по світі. Її ставили у 30 країнах, причому монологи зі сцени читали не професійні актери, а публічні особи – політики, громадські діячі, спортсмени, музиканти, телі і радіоведучі. Для кожного міста створюється нова унікальна трупа читальників. У виніку удільниками проєкту стало більше, як 600 чоловік. Человек, которые представили свыше 100 организаций державных структур. В 2015 году шведское посольство обратилось к фонду ООН в область народа населения и предложило организовать 5 постановок в Минске и в других городах. И первая постановка, которая прошла в декабре 2015 года, она объединяла двух заместителей министра. После этого было показано еще 4 постановки с разным фокусом. Показали одну постановку для молодежи. Постановка в Гродно проходила с участием людей с инвалидностью. Спектакль «Семь» заснаваны на реальных фактах про призму успрывания конкретных людей, жанчин, которые зараз являются правооборонцами. Постановку убачила больше, как 25 тысяч человек по всем свете. И она стала инструментом информования о правах жанчин и проблеме домашнего насилия. У разной ступени, але эта тема актуальна для всех краин. Згодно с запытанием, проведенным сёлета Институтом социологии НАН Беларуси, каждая другая жанчина хоть один раз подвергалась какому-нибудь виду насилия. Половина опытанных сутыкнулась с психологическим насилием, а маль треть с физическим. Очень было интересно читать и волнительно, где-то очень больно. Естественно, каждая история каждой женщины очень тяжелая, но приятно, что они боролись до последнего и смогли сделать то, что они хотели.
Постановка п'єси «Сім'ї» у Гомелі стала першою з п'яти запланованих у різних городах Білорусі з кастричника по листопад. Ганна Корольчук, Андрій Іванов, телерадіокомпанія «Гомель». Сьогодні Всесвітній день пошти. Глядячи на розвиття технологій і електронну переписку, мільйони людей протягують досилати один одному листи. На протягу 10 років Білорусь удільнішає у посткросінгу – міжнародним обміні поштовками. Наша країна – восьмая у світі по кількості відправлених поштовок. По планеті розлетілися більше як 2 мільйони білоруських карток. А поглядіть на заміжні екземпляри можна у обласної бібліотеці ім'я Леніна, де відкрилася експозиція, присвячена Всесвітньому дню пошти. У экспозиции каля 50 поштовок народа у свету с приватной коллекции Виталины Сидоренко, выкладчика кафедры истории Беларуси Гомельского державного университета имя Франциска Скорины. Это частка карток, собранных за 8 годов ее уделу у посткроссингу. Все они полученные в результате посткроссинга. Здесь представлены все континенты мира, кроме Антарктиды. Есть и открытки из Африки, Южной, Северной Америки, Австралии, Азии, Европы много. Вот, тематика открыток очень разнообразная. Здесь можно увидеть и пейзажи городов, и какие-то детские открытки, детскую тематику, и открытки со знаменитостями. Гэтыя і іншыя навіны вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.tvrgomel.by. На гэтым выпуск завершаны. Дзякую за ўвагу і да сустрэчы ў эфіры. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Светлогорские милиционеры вывели на чистую воду скупщика краденого. История началась с похищения лошади с территории сельхозпредприятия «Михайловская агро». По горячим следам оперативники установили личность конокрада и жителя Бобруйска, который приобрел у него живой товар. Вскоре стало известно, что для последнего перепродажа ворованного – настоящий бизнес. В ходе оперативно-розыскных мероприятий также удалось выяснить, что профессиональный скупщик работает не один. Спустя несколько дней в Бобруйске был остановлен микроавтобус, которым управлял любитель незаконной перепродажи. Он и его подельник перевозили мешки с кукурузой без каких-либо сопроводительных документов. Позже прошли обыски по месту жительства еще двух соучастников. Установлено, что всего с территории сельхозпредприятия «Михайловская агро» преступная группа похитила более 1,5 тонн зерна. Сейчас милиционеры занимаются поиском тех, кому реализовано зерно, для того, чтобы уже вернуть обратно к хозяйству. У этого же скупщика краденого был обнаружен бензиновый триммер для покоса травы, который в июле этого года был похищен у одного из жителей деревни Михайловки. То есть складывается впечатление, что действительно была определенная разработана схема, она работала долгое время. Стали известны результаты экспертизы двух старинных картин, изъятых таможенниками летом в поезде «Киев-Санкт-Петербург». Сверток обнаружили в ходе таможенного осмотра в республиканском пункте таможенного оформления «Терюха». Припрятанный от посторонних глаз пакет находился в служебном купе проводника, однако принадлежность товара так и не была установлена. Зато лабораторная экспертиза подтвердила особую ценность двух написанных маслом картин и установила авторство произведений искусства. Одна из них – подлинник кисти Алексея Саврасова, другую написал Виктор Зарубин. Они подлежат декларированию. В данном случае они не были предъявлены к таможенному оформлению. Более того, они были сокрыты. Одна картина Алексея Саврасова «Пейзаж» 1872 года и вторая картина Виктора Зарубина 1924 года. Предварительная стоимость работы Саврасова около 40 тысяч долларов, работы Зарубина около 3 тысяч долларов. Отсутствие сопроводительных документов подвело и перевозчика менее ценного груза, но тоже незаконно добытого. Сотрудники отдела ГАИ Речицкого РУВД поздно вечером остановили Volkswagen Passat для обычной проверки документов. Однако водитель заволновался и этим обратил на себя внимание. При визуальном осмотре салона автомобиля были обнаружены несколько пакетов с мясной продукцией. Все бы ничего, да только документов, подтверждающих факт приобретения, у перевозчика не нашлось. О происхождении груза водитель пояснил, что его передала мать, которая работает на пищекомбинате. Сотрудниками госавтоинспекции при досмотре автомобиля в салоне автомобиля было обнаружено 3 пакета, в которых находилась мясная продукция общим весом около 15 килограмм. Так каких-либо документов на данную продукцию водителя не было. Водитель 19-летний молодой человек. С его слов, мясную продукцию ему передала мать. Такой обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания.
Эфир телеканала «Беларусь-4» Гомель продолжают новости спорта. В студии Михаил Садовский. Здравствуйте. В Доме футбола сегодня состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Беларуси сезона 2018-2019. Первые матчи пройдут в середине марта следующего года. Место проведения финала Кубка будет определено на следующем заседании исполкома Федерации. За право попасть в четверку сильнейших поборется и гомельский «Локомотив», который вместе с бобруйской «Белшиной» представляет первую лигу. Остальные команды из сильнейшего дивизиона Беларуси. К слову, соперник по 1/4 Витебск сейчас на 4-й позиции и имеет реальные шансы на медали чемпионата. Локомотив первой лиги занимает 7-е место. Вернувшийся в Гомель большой волейбол продолжает радовать поклонников этого вида спорта. «Энергия» вновь оказалась сильнее своего соперника. На счету команды уже 5 побед. Во втором туре в гости приехала витебская команда «Марка» в ГТУ. В предыдущих играх Кубка и чемпионата гомельские волейболисты не уступили ни одной партии. На этот раз все сложилось иначе. «Энергия» и вовсе была близка к поражению, уступая по ходу встречи 0-2. Но невероятная воля к победе позволила переломить ход поединка и добыть победу. Сценарий второго матча уже не был таким интригующим. «Энергия» в сухую переигрывает оппонента 3-0. Завершился 4-й тур чемпионата Беларуси по мини-футболу. Оба представители региона свои матчи провели в спорткомплексе «Локомотив». Один из лидеров чемпионата ВРЗ на этот раз оказался сильнее гродненского УВД «Динамо». Подопечные Анатолия Яновского не испытали особых проблем, забив по 2 мяча в каждом из таймов. Итоговый счет 4-2. Такие же цифры горели на табло по завершению матча между «БЧ» и «Столицей». Правда, на этот раз сильнее были гости. Мужская команда гандбольного клуба «Гомель» завтра начнет выступление во втором круге чемпионата. Подопечные Сергея Цыганкова встретятся с игроками сборной 2000 года. Начало игры в 18:30 во дворце игровых видов спорта. Отметим, что после первого круга гомельчане расположились на 5-й строчке турнирной таблицы. В активе команды лишь 2 набранных балла. К слову, единственная победа была добыта как раз в поединке с завтрашними соперниками. В Минске завершилось первенство страны по мини-баскетболу среди девушек 2007-2008 годов рождения. В состязаниях принимали участие 7 сборных команд. Гомельская школа баскетбола вновь подтверждает высокий уровень подготовки. Представители нашей области смогли войти в тройку сильнейших. Юные спортсмены региона также достойно себя проявили на первенстве Беларуси по вольной борьбе в программе Олимпийских дней молодежи. Юноши поднялись на высшую ступень пьедестала, а девушки завоевали бронзовые награды. В общекомандном зачете у Гомельской области первое место. Лучше всех на соревнованиях себя проявили Егор Рудавский, Владислав Щука, Анатолий и Владислав Громыко, а также Арина Мартынова. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на «Беларусь-4».